Здравствуйте, Игорь. Это видео про ваш переходничок М42 Canon с одуванчиком Лучникова. Переходничок имеет регулируемую шкалу для правильной ориентировки положения объектива в камере, чтобы шкала объектива смотрела вертикально вверх. В ребре переходника есть три винтика, которые регулируют, с помощью которых можно отпустить резьбу и отрегулировать шкалу. Ключик для регулировки вот с этой стороны крышечки. Так, я запрограммировал фокусное расстояние 500 мм и диафрагму 5,6. Как я вам уже писал, сенсор фокусировки камер Canon не чувствует диафрагму больше, чем 5,6. Поэтому комфортно будет работать с этим объективом на диафрагме 5,6 прошитый чип, хотя экспозамер будет производиться именно по тому потоку света, который будет попадать на матрицу вашей камеры. То есть экспозамер все равно будет правильным. Сейчас я упакую переходничок и отнесу его на почту. Спасибо за покупку и спасибо за внимание.